ДТП произошло буквально в 5 метрах от подземного пешеходного перехода. По всей видимости, девушка куда-то очень сильно торопилась, раз решила перелезть через металлический забор и перебежать дорогу. Личность девушки еще предстоит установить. При себе у нее не было никаких документов, лишь сотовый телефон. По словам полицейских, погибшей было на вид 25 лет. Она нетрезвая, что ли, была? Совершенно верно. Говорят, что в алкогольном опьянении. А про документы? Которую у нее нашли в сумке. Да, у нее вон там все показано. Получается, она начала перебегать дорогу в неположенном месте. То есть не заметил я ее, просто. Она одна была? Она одна была, все на остановке говорили, что она побежала. А поток машин был или дорога пустая была? Ну, относительно, то есть я вот перестроился только от одной машины. Таксист ехал на вызов, и, судя по повреждениям автомобиля, скорость его была немаленькой. Лобовое стекло было разбито вдребезги, а капот сильно помят. Усугубила ситуацию слякоть и плохая видимость. В результате удара девушка упала на асфальт, а ее вещи разлетелись по всей дороге. Травмы оказались несовместимы с жизнью. А вы сегодня выпивали? Вроде дышала. Нет, я пью, да. У меня был день рождения у сына, то есть это было вчера. Сейчас нет. Я трезвый абсолютно, да. По факту ДТП эксперты проведут проверку, в результате которой установят степень вины водителя. По закону человеку, сбившему пешехода, грозит до 5 лет лишения свободы. К тому же таксисту предстоит раскошелиться на ремонт транспортного средства. В таксомоторной компании мужчина работал на арендованной машине. Ислам Латыпов, Сергей Ткаленко, эфир 24. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».